Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Вот решили мы сделать конкурс. Как все знают, не за горами проект покраски Хаммера. Об этом мы говорили. Это будет совместный проект Брест-Рязань. Канал Олег Нестеров Брест. И от Рязани у нас выступает Андрей, а это автосервис Sky Motors. Как все знают, мы недавно красили Bentley. Замечательный проект был. Очень рады, что всем понравилось. И решили мы сделать такой проект, как конкурс на аэрографию. Как все знают, Хаммер желтый. Фотографию я представлю примерно, как он выглядит. Хаммер, скорее всего, пока вот Андрей сейчас выбирает между ксераликом и между кэнди краской, да? То есть сделаем выкрас и посмотрим, какая краска будет лучше смотреться. Все-таки кэнди, наверное, попробуем. Я не хочу повторяться, как бы, чтобы не было. Хотелось бы, как, может быть, что-то кэнди или что-то еще новое такое. Посмотрим, ну, выберем. Ну, а тебе пришла вообще краска или нет еще? Кэнди должна в понедельник прийти, я сделаю выкрас и покажу потом. Хорошо. Ты попробуй сделать выкрасы на серебре, на белой краске и на желтой. Короче, на какой у ней будет ярче и с какого слоя это будет ярче, короче. Самый яркий цвет, насколько мне известно, кэнди красится на серебре. На серебре, да? Да, на серебро. Ну, но я попробую сделать выкрас на желтое. Дабы уменьшить работу, смотрю, если это будет ярко и красиво, то, соответственно, мы оставляем желтый цвет, изначальную базу камеры. Вот. Если это будет тускло и фигня будет, значит, соответственно, накладываем светлое серебро на камеру, а дальше покрываем желтым уже кэнди, чтобы она была. Ну, хорошо, попробуй как бы прям на базу кэнди накладывать, посмотрим, что из этого выйдет. Ты даже можешь, наверное, пробные вот эти вот поснимать. Пробники. Ну, выложишь у себя на канале. На канале я дам ссылочку на канал Андрея. Андрей еще не очень умеет монтировать фильм, поэтому немножко он выкладывает онлайн. То, что есть, то, что заснял за один раз, то и накладывает. Что там у тебя? Я лох в этом. Ага, ну, научишься еще, ничего страшного. Как бы не суть, тут суть важна самого, да, видео. Потом что еще? Короче, сама суть конкурса. Человек должен нарисовать картинку. Картинка будет у нас от передней двери до заднего борта, да, по всему борту. И... То есть желательно это на два борта делать. Картинка не обязательно одинаковая на два борта, может быть и разная. То есть нам должен понравиться сам рисунок, это во-первых, да? То есть, ну, вот качество рисунка мы не сможем сразу как бы определить, потому что человек будет делать не с аэрографии. Хотя можно эскиз прислать нам эскизом, да, от карандаша, допустим, сфотографировать. А свои работы, которые он делал, тоже прислать несколько фотографий. Да, блок фотографий, допустим. То есть мне ВКонтакте, можно Андрею ВКонтакте писать, можно Андрею в группу писать, можно мне писать. Андрей часто следит за ВКонтакте, так что можете ему тоже закидывать, можете мне закидывать. То есть проект у нас идет общий, так что все мы друг у друга узнаем быстро. Можете писать кому хотите. То есть эскиз картинки, да, получается у нас. И время. За сколько человек может нарисовать, да? Ты слышишь, Андрей? Да. Мне очень важно, что. Потому что, когда ты приедешь, что делать этот проект, соответственно, те же самые люди будут заниматься камерами, что и Bentley. Вот, то есть компания вся та же самая, Sky Motors. Вот. Мне бы хотелось, чтобы наш пятый человек, то есть вот четыре человека участвуют в проекте, скажем, будет участвовать также Олег, будет участвовать также Ульмар,
будет участвовать ты, будешь участвовать я, это четыре основных человека, спорт, его далее. И пятый человек, который выиграет конкурс, пятый человек, приедет, значит, компания SkyMod, во-первых, ему дорогу, во-вторых, туда и обратно, неважно, с какого конца России поедет. Вот. И также оплачивает SkyMotors проживание в городе Рязани. То есть расходы SkyMotors берет на себя, скажем так. Вот. Но нам нужно выбрать человека по конкурсу, чтобы он это сделал достаточно быстро. Почему? Потому что проект мы не хотим затягивать с тобой. Да-да. Иначе потеряется, ну, просто... Вот эта марка интерес быстроты, да, работы. Потому что как мы Бентли сделали за два дня, хотя хотели за сутки сделать. Ну, в принципе, сутки это и есть два дня, по большому счету. Но это шпаклевка, то, что мы делали, на то, что ребенок промял капот, и мы, ну, просто не предвидели это, когда изначально смотрели. Но его не видно было, его же заметили, когда начали замывать. Да, вот. То есть он чуть-чуть была там мятинка небольшая, которая на глаз практически незаметная. По всей машине руками мы с тобой не водили, честно, поэтому не заметили. Вот. А здесь нам нужен человек, который сможет быстро... Пропал. Алло. Ага. Слышно меня? Да. Да, поэтому хочу повториться, чтобы человек это смог, тот рисунок, который он пришлет, который мы выберем уже по конкурсу, который пройдет, нам еще нужно, чтобы мастер аэрограф мог работать быстро. То есть нельзя растянуть проект на неделю. Нам это сделать надо быстро. И нам нужно, чтобы человек прислал, за какой он это сделает. Потому что это очень важно. Мы можем тормознуть проект во время того, как мы будем работать над машиной. Если аэрограф будет работать долго, соответственно, мы тормознемся, и это будет уже неинтересно. Во-первых, она красится на базу, то есть без лака. И нам тоже базу пересушивать сильно долго нельзя. Понятно, что мы ее будем матовать. Но чем дольше база будет сохнуть, тем это будет... Короче, нам нужно, чтобы аэрография уложился человек за, ну, грубо говоря, сутки. Сутки. Мы сутки делаем машину, он делает сутки аэрографию. Конечно, мы понимаем прекрасно, что это очень сложная работа, очень сложная аэрография, это очень сложная работа по времени. Человек может себе найти напарника на второй борт. Да. Да, скорее всего, он может взять с собой, кого он посчитает профессионалом рядом с собой, предложить, может быть, списаться по скайпу, поговорить по скайпу с кем-то. Так далее. То есть выдвинуть себя и взять с собой человека уже на свое усмотрение. Да, потому что все равно мастера по аэрографии, все равно они между собой общаются. Да. Либо, если человек справляется за сутки, пусть он сделает это один. Это огромный плюс для человека. Да. Во-первых, чем интересен для человека, я сразу скажу, свои выгоды, да? Человек будет обнародован, то есть это, несомненно, будет ему реклама. Несомненно, это будет ему реклама как мастеру, потому что все это будет сниматься на видео, как он рисует, как это происходит. Да? Ну, то, что он посчитает нужным, это будет не уроком, просто снимем, что да, действительно он рисует, показать свою работу, обнародовать эту работу. То есть человек станет немножко известен, но и это ему поможет для приобретения клиентов у себя, конечно, дома, да и вообще, как бы человек станет более известен, то есть клиентов будет больше. Ну и всегда участие в таких проектах, это очень интересно. Я думаю, это здорово. Да, я теперь... больше будет клиентов. Я сравниваю себя, например, компанию, да, которая есть. За последние два дня к нам обратилось более 20 человек с ремонтами, с кузовными ремонтами. Это только по твоему каналу, который люди наблюдают, и кто находится рядом с Рязани. Некоторые едут с Москвы, то есть мы взяли там пятерых с Москвы.
And I need you every day.